Всем привет, уважаемые коллеги! В этом ролике мы будем говорить о шпатлевках со стекловолокном. Да, казалось бы, тема достаточно простая, но я уверяю, мне есть что вам рассказать. Их применяют для устранения крупных повреждений, армирования ослабленного металла и заделки сквозных отверстий. Ну, насчет сквозных отверстий, все мы с вами прекрасно понимаем, что сквозняки на кузове нужно обязательно варить или в крайнем случае лудить. Но ситуации бывают разные. И в один прекрасный день приезжает к вам клиент с кузовными, сделанными где-то на стороне. Вы видите, а там негерметично проваренные швы, где-то споттером неаккуратно дергали и наделали дырок, есть сквозная коррозия, и, конечно же, клиенту говорите, что, уважаемый, здесь нужно немножечко все доделать, естественно, доплатить, иначе хорошо у вас не будет. А он вам, что денег у него осталось совсем чуть-чуть, только на покраску, ты уже шпатлюй как есть, там будь что будет, я претензий предъявлять не буду. Так вот, в этом случае вам нужно воспользоваться именно шпатлевкой со стекловолокном. Она будет держаться на сквозняках гораздо лучше, чем какая-либо другая. В линейке HB Body есть 4 шпатлевки со стекловолокном. Это 217, 250, 617 и 615. Каждая из них обладает своими уникальными характеристиками. Сейчас я вам обо всем расскажу, и это позволит сделать вам правильный выбор. HB Body 217 – самая технологичная. Как это понимать? Она делает свою работу, а вы на это тратите минимум времени и сил. Шпатлевка экономит ваши ресурсы. 217-я – одна из немногих шпатлевок российского рынка, имеющая легкий удельный вес. Это позволило сделать ее более пластичной, легкой в смешивании и нанесении. Она отлично держит заданную форму на вертикали. Ну, здесь все понятно. Если бы мы работали на вертикали в толстых слоях шпатлевкой со стандартным удельным весом, ее бы неизбежно тянуло вниз и мешало бы нам формировать нужную поверхность. Легкая шпатлевка в удобстве работы однозначно выигрывает. В составе 217 используются более тонкие, но при этом очень прочные волокна, что также делает ее смешивание, нанесение и шлифование гораздо легче, чем у стандартной шпатлевки со стекловолокном. Даже если в магазине 217 будет стоить на 50 или на 100 рублей дороже какой-то другой шпатлевки, то все это с лихвой компенсируется экономией времени и абразива при обработке. HB Body 250 – самая прочная и твердая из всех 4 представленных. Ее используют на самых глубоких повреждениях и самых больших сквозных отверстиях. 250-й можно восстанавливать утраченные элементы геометрии, такие как ребра или углы капота. Также ее применяют при восстановлении отколотых частей стеклопластиковых корпусов яхт или других подобных конструкций. Шпатлевка выпускается очень давно, но в 2017 году она получила обновленный состав, за счет чего стало намного легче смешиваться и наноситься. HB Body 617 – самая однородная из всех. В составе используется укороченное волокно. А как мы с вами хорошо знаем, в составе стандартных шпатлевок с длинным волосом очень хорошо удерживаются пузырьки воздуха. И после того, как мы шпатлевку отшлифовали, на поверхности появляются поры, которые требуется устранять повторным шпатлеванием универсалкой. Так вот, 617 этой проблемы не имеет. Пор или вообще нет, или их минимальное количество. Поэтому нанесли шпатлевку, отшлифовали и можем сразу же наносить грунт. HB Body 617 представляет из себя нечто среднее между универсальной шпатлевкой и стандартным стекловолокном. Шпатлевка 615 – армирующая шпатлевка с волокном с оптимальными характеристиками. Она имеет стандартный удельный вес, очень легко наносится и неплохо обрабатывается. Используется точно так же, как 217 и 250. Но есть очень важный экономический аспект. На 615 производитель установил специальную цену. Этот качественный заводской продукт является одним из самых выгодных предложений на российском рынке, что очень ценно для тех, кто пользуется подобной шпатлевкой регулярно. Вот на этом можно подвести краткий итог. Мы имеем самую технологичную шпатлевку HB Body 217, самую прочную 250, самую однородную 617 и качественный продукт по оптимальной цене HB Body 615. Вам остается только выбрать, какая из шпатлевок лучше всего подойдет под ваш стиль работ и ваши задачи сервиса. И на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть на пике информации о новинках в области материалов и технологий. Желаю удачи в труде, всем пока, увидимся!